Продолжаем. Чуть-чуть мотив. Есть колхоз деревни нашей. Охраняем объект. Есть коровы и доярки. Знака качества не видит. Ой, председатель на собрании, ай, заведет такую речь, что у бешеной собаки появлялась сразу течь. Наш колхоз, рога, копыта, да и прибавь еще скелет, вышел в лидера за это. Всех отправим в лазарет. Бесплатно. Бесплатно. Ой, красивая страна, председатель жена, председатель наш в районе, а я скорее спешу к ей в дом. Есть коровы и доярки, а сиськи будто на подбор. Да ну, конечно, у доярок их рядуется малый пор. Кто заедет лучше суковый по ответственным делам, агроном зайдет суровый, а уходит шинам. А я спешу скорее в дом. А зачем? Поговорить о том, о сём. Я не знаю, как начать, забыл немножко я слова. Но это